По вашим просьбам рассказываю про то, надо ли пить витамин D и как часто. Обычно в северных регионах, где мало солнца, люди испытывают дефицит витамина D осенью и зимой. Для того, чтобы профилактировать этот дефицит, все группы населения должны потреблять витамин D. Самым безопасным для приема является прием коликальциферола, это витамин D3. У детей в среднем эта доза составляет 10 тысяч международных единиц в неделю, у взрослых в среднем 15-20 тысяч международных единиц в неделю. Зависит от веса человека, от возраста, от того, как он проводил лето, планирует ли загорать, от типа питания. Я предлагаю ориентироваться на эти дозы и совершенно спокойно принимать их один раз в неделю, если доктор ваш не рекомендовал по-другому, потому что коликальциферол – это неактивная форма витамина D, который уходит в организм, откладывается в депо, и организм каждый день активирует столько, сколько ему нужно. Длительность приема обычно с октября по март в среднем. Если вы хотите получить точные рекомендации и знать точно, правильно ли вы принимаете витамин D, обратитесь к вашему врачу.